как сказано в преданиях, очень часто в преданиях об этом говорится, не в одном предании, во множестве преданий, в частности, в Усуль-Кафе имеется отдельная глава, посвященная достоинствам месяца Рамадан, обратите внимание. И во множестве преданий приведено, что непорочные говорили, что, обратите внимание, удивительная вещь. И, конечно, в речи его святого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также об этом говорится, что в этот месяц закрыты врата ада. Да. Есть такие предания. Или, например, в одном из преданий «Гуллят марадату шаятин» сказано, что шайтаны, они скованы в этот месяц. Что это значит? Это значит, в этот месяц человек не может. Всевышний закрыл все возможности для человека стать обитателем ада. Это что значит? Это значит, люди не грешат? Это ни в коем случае не так. Люди в этот месяц грешат точно так же, как и во все остальные месяцы. Но Всевышний проявляет благосклонность и за эти грехи не отправляет и не приговаривает их к этой участи. Проявляет к ним снисходительность. И наоборот, дает возможность, и сказано, открытые, в преданиях сказано, раскрываются врата небес и рая. Раскрываются в этот месяц врата небес и рая. То есть человек обретает особую возможность. И поэтому человек, верующий человек, мусульманин должен, все мы должны обратить особое внимание на это и, конечно же, не упустить этой возможности воспользоваться этой величайшей милостью и величайшим даром, величайшей благосклонностью, которую оказывает Всевышний своим творением в эти месяцы, месяц Раджаб, Шабан и месяц Рамадан.